Всем приветик! Сегодня 7 декабря, у нас минус 12, холодно. Я еще пока на стадии выздоровления, нос болит и горло еще побаливает. Вот, сегодня у нас будут натягивать потолок в ванной. Сказали, приедут после обеда, где-то до часу они будут на одном адресе, после часа приедут к нам. Вот, сейчас я решила что-то приготовить. У меня муж уехал к дочери. Там тоже проблемы с отоплением. Нужно быть в квартире. Вот купила вчера бедрышки, помыла их. Вот сейчас я их замариную. Что мне для этого нужно будет? Соль, свежемолотый перец. Положу такие приправки. Здесь куркума, карри, хмели-сунели у меня. Лимончик выдавлю. И здесь у меня оливковое маслице добавлю. Или на какое-то время оставлю замариноваться. Потом буду жарить. Добавлю еще майонезик немножечко. Вот. Буду жарить. Но не жарить, а как бы томить в духовке вместе с водичкой. Не люблю, когда сильно зажаренное. В общем, покажу. Наливаем маслице. Сейчас приправки. Все на глазок, девчонки, делаем. Желтенький цвет будет от куркумы. Вот, девочки, так замариную, оставлю где-то минут на 30. Полчаса прошло. Вот моя любимая сковородка. Кто-то в комментариях там оставил мне, что она такая страшная. Да, страшная, зато любимая. Вот, долговечная. Выкидывать я ее не собираюсь, если только вот кто-то черноту вот умеет это сдирать. Но у меня желающих в доме нет, самой мне это не под силам. А так пользуюсь и пользуюсь. Это не чита там всякими с тефлоновыми покрытиями. Так, выкладываю. Так как у меня здесь с маслом, поэтому на сковороду я масло не стала лить, потому что водички добавлю. Так, рачка вот большие. А они должны приготовиться, не то что-то обжариться, а именно пропариться все. И вот эту вот жидкость, которая здесь вот осталась, я тоже ее сюда. Так,
Сейчас мы добавим сюда еще водички и поставим в духовку. Здесь вот жидкость как густоватая, вот немножечко водички я налью. И по мере выкипания водички я буду ее добавлять. Не буду позволять прям сильно жариться. Так, идем в духовку. Она сейчас разогревается. Поверьте, эта жидкость быстро испаряется. Сейчас будет пока закипать. Вот пока сейчас у меня на максимальном, потому что ее не убавить. Сейчас она разогреется на максимальном, я буду убавлять. Где-то поставлю на 200. Вот так вот потом на 200 поставлю. Пока не убавляется. Даже могу сейчас вот на 180 поставить, она все равно на максимуме горит. Вот такая вот у нее особенность. Так, хочу показать. Вот видите, водичка не выкипала, а сверху зарумянилась хорошо. Я сейчас еще немножко водички налью. Потому что не хочу, что... Ой, чуть на стекло не налила. Обожглась. Да, чуточек. Чуточек. На 200 у меня стоит. Пусть еще постоит на 200. Вот такая курочка у нас получилась. Румяненькая и неприжаренная. Я имею в виду, вот бывает, что так прижарится, а от сковороды не отскребаешь. Вот, посмотрите, здесь она какая. Вот. Желтенькая с карри. Ура, ура! У нас появился новый потолок. Глянцевый. Говорят, французский. Там вот такая вот каемочка. 4 светильника. Говорят, под золото. Вот сейчас я не вижу. Темно. И сразу светло так в ванной стало. Но на сегодняшний день вот так вот. Потолок нам этот обошелся 8220. Вместе со светильником, с работой, со сверлением плитки и вот этим кантиком по периметру. 8220. Создаем себе Новый год. В домике свет горит. И здесь тоже в домике свет горит. В башенке. А это вот символ сидит молодой. Наступающего Нового года петуха. Такая вот елочка у меня. Пока так. Сейчас свет выключим, посмотрим. Сейчас вот убрались только. Вот эти фонарики перебивают красоту домика. Видите, как уютно там горит свет. И в башенке тоже. Потихоньку создаем себе новогоднее настроение.